Сигнал о пожаре на пульт единой диспетчерской службы поступил в 7:30. На место выехала пожарная часть Кармановской ГРЭС. Огнеборцами было обнаружено, что очаг возгорания расположен в подвале бревенчатого дома. Оперативное вмешательство специалистов помогло предотвратить распространение огня на остальные этажи. В результате пожара частично уничтожены вещи домашнего обихода, повреждены стены первого этажа, также зафиксировано закопчение обоих этажей. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.